мы пришли в аквариум здесь на берегу. Вот такие рыбки плавают. Блестящие. Похоже на мойву. Да? Это мойва, нет? Тут, наверное, про акул показывают, типа, видео. Если она снизу кусает. Вот это видео, как акула кусает. Вау! Все, съела. Съела. Плавать с акулами не хочу. As the shark shakes the seal's body, its razor-sharp teeth slice to the floor. Stretching out the eye line and its arm. Белая акула. Это фильм, я просто показываю. Это вот акулья пасть. Что-то у нее мелкие тут зубы. Вообще нет, нижние, вон какие огромные зубы. Точно не выпустит добычу. Акулы могут потерять 20 тысяч или больше зубов за жизнь. Еще один аквариум. Это что, кораллы, да? Вот такие простенькие такие. Типа акуньков. Фитнесская акула сейчас настоящая, что она так притаилась? А, да, плотный камешевин. Смотри. Называется Swell. На елке спит. Так, голову положила, как на подушку на листочке. И отдыхает. Там краб, что ли, не поднимет. Морские звезды. О, вот какая-то красная рыба плавает, большая же. Там же, да? Там какая-то вот уже оранжевая рыба. Это что такое, даже не знаю, что это такое. Какая-то оранжевая, вон, смотри. Вот, лежит. А вот такие ракушки, смотри, большие какие ракушки. А вот синяя. А вот притаился. А вот притаился, пятнистая. Смотри, какая города. Там морские звезды. Самые шустрые тут вот красные, по-моему, плавают. Что это такое зеленое, я даже не знаю. Слушай, похоже, что это рыба какая-то свернута. Ой, она шевелится. Шевелится, это рыба, это живая какая-то рыба, смотри. Видишь, она двигается? Да. Ну, что-то тащит таких купонов. Гарибалди. Гарибалди? Калифорния стоит. А, это красный гарибалди, а это зеленый. Кат, наверное, да.
видишь, он одинаковый с песком, почти не видать, он теряется. Маскирует под цвет песка. Да? А что тут еще живет вместе с ним? О, смотри, вот, смотри, закопался, вот, в песке закопался, смотри, вот это. Замаскировался, не как глаза торчат. Кто же что живое? Она двигается. Ну да, что-то такое. Может, это водоросли? Водоросли, может, нет, как это вот. От воды живет. А вот, смотри, то, что вот смотри, как растение, как цветок. Да? А вот как оно называется? Дюк, а не мозг. Вот это. Гиравец и печь? $7. Ну, это кругленькое. $7. Переводится точно доллар. Называется это круглое. Ну, не знаю, как это даже назвать, что это такое, рыба или что-то другое. Какой-то повод прям открытый, вот она ждет кого-то ухватить. Шевелится. Таких что-то нет, интересно. Интересной живности. Вся эта живность водится здесь в океане на дне, в заливе. Какая прелесть. Ой, какие красивые рыбки. Смотри, какая разноцветная. Вау. И здесь такие водятся, да? Ой, вот вообще какая прелесть. Вот такая симпатичная. Мультфильм. Такая заглубая. Какая прелесть. Такие красивые. Какие всякие. Все такое живое. Прям живое. Шевелится. Вот цветут такие цветы. Разноцветные. Какая прелесть, как интересно. Все шевелится, все живет. А вот желтая такая рыбка. Такая форма. Вот название этой рыбки. Цветной. Подводное царство. Как она на меня смотрит? Прям на меня смотрит. Снимается. Актриса, смотри, снимается. Смотрит, как она. Смотрит на меня. Одинаковые рыбки, это разных цветов. Отличаются по цветам. Они все так сидят, вон там еще такая же. И вон там на потолке прям вот она. Просто застыла. Мало подвижнее. Отдельное окно и показывает, что в этом океане чего-то нет такого мусора. И раковины, и шланги, и бусы, и вот всякие, не знаю, провода, тряпки, телефоны, ну да, мячи, бутылки. И показывает, что тут нет тут. Вот. В то же время все равно какие-то рыбы продолжают все жить.
Здесь можно смотреть. Здесь есть экскурсии, смотреть китов можно. На лодке настроить. Можно смотреть вот эти птичи. А это что? Это нырять? Смотрите там, да? Да, Елене, это все, что тут есть. Не так много, как в Орегонском. У нас в Орегоне есть в порте аквариум, и там гораздо больше вот этих выставок. И стоит дешевле, по-моему, здесь 18 долларов один билет. Ну, взрослым. Наверное, это то, что здесь находится, но там намного больше. Копейки, да. Написано, что вы жертвовали для восстановления и этого побережья, залива. Такая чаша большая. Для того, чтобы туда кинуть. Я ошиблась. Тут оказывается еще два этажа, по-моему, из аквариума. Здесь 14 медуз. Медузы разные, вот они разные. Ставлю руку, она почти, да, она больше моей руки. Смотри. Открывается так, как зонт. Вот такой вот большой.